Дорогие друзья, дорогие наши слушатели, уходящий год выдался непростым не только для нашей страны, но и для всего мира. Однако я надеюсь, что он запомнится вам не только своими заботами, сложностями, но и яркими выступлениями наших артистов. И пересматривая концерты, вы никогда не потеряете веры в светлое будущее, бодрость духа и позитивного настроя. От лица оркестра русских народных инструментов Иркутской областной филармонии я поздравляю вас с наступающим 2021 годом и Рождеством. Счастья, здоровья и благополучия!